Самый активный участок на Дмитровском шоссе – район деревни Грибки. Более 1000 квадратных метров объектов торговли, кафе и магазинов. Неухоженный вид и архитектурные цветовые несоответствия в прошлом. К концу второго квартала 2024-го все точки вдоль вылетных магистралей приведены в порядок. По поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области, администрацией городского округа Мытищи проведена работа с собственниками объектов торговли. Сейчас мы находимся у торгового объекта строительного рынка ТУП и принимаем работы по приведению в надлежащий вид строительного рынка, по изменению фасадной части. За три минувших месяца основные работы выполнены, хотя почти весь июнь этому мешали дожди. Дмитровское шоссе 28/1, шиномонтаж и автомойка. Мытищинский предприниматель Артур Юсуфов демонстрирует результат реконструкции. Вы изменили внешний облик в соответствии с проектом, да, который мы утверждали на градсовете. А сколько времени заняло у нас с вами приведение? 3 месяца. Здесь тоже проведен большой комплекс работ, а главное – в короткий срок. Мы привели здание наше в соответствии. Значит, за буквально квартал 24 года изменили фасады зданий, изменили крыши, убрали, значит, все незаконные рекламные конструкции, оставили только те рекламные конструкции, которые у нас имеются, разрешительная документация. К назначенному сроку недостатки устранены на большинстве объектах. В ближайшее время оставшиеся 10 точек также приведут к единому стандарту, а 3 будут демонтированы. Светлана Покровская, Сергей Берзин, Александр Соломкин и Алина Сирим. Первый Мытищинский.